Верный друг. Во время парада Победы вместе с солдатами по брусчатке Красной площади прошли несколько десятков собак. А Жульбарс, единственного пса, награжденного медалью за боевые заслуги, несли на руках. Но Жульбарс – пес миноискатель, а наш рассказ про собаку, которая спасала жизни. Задолго до войны дело было. Подарили мальчику собаку. Стал он щенка дрессировать. Очень умный пес. Прошло много лет. Вырос мальчик. И напали на нашу землю враги. Пошел он на фронт. И собака на фронте пригодилась. Хозяина. Однажды ему даже жизнь спасла. Война закончилась. Вернулись они целыми и невредимыми. Над фильмом работали Мииля Гарунов, Михаил Катишевский, Софья Тищенко, Софья Бумлис, Лиза Терешкова, Марк Ковтун.